Общественница Несибжан Амирова не понимает, как можно было утвердить проект, по которому на центральном проспекте Шымкента ирригационные лотки возникают из ниоткуда и уходят в никуда. Впрочем, это далеко не единственное, что, мягко говоря, здравому смыслу не соответствует. Достаточно посмотреть, как установлены бордюры, чтобы задаться вопросом, куда стечет весь мусор. С развалом советской власти вот эта вся ирригационная система, арычная система города, она тоже развалилась. Последние 25-30 лет никто этим вопросом не занимался. То ли у нас нет хороших специалистов, ирригаторов, то ли у нас местные власти боятся этим делом заниматься, потому что это очень трудное дело. Чтобы восстановить всю ирригационную систему города, чтобы восстановить, для этого нужно 5-7 лет, и, естественно, нужны деньги. 5-7 миллиардов. Тем временем в отделе ЖКХ Шымкента говорят, работы по восстановлению ирригационной системы города ведутся, и даже успешно. В прошлом году выделено было, в 2016 году, 240 миллионов, и на 32 улицах были выполнены работы, наиболее опасные по ирригационной системе. Это по Такихана занимается отдел транспорта. К слову, глава Шымкента подверг критике ход работ по благоустройству проспекта Таукихана. Правда, тогда в поле зрения градоначальника попали только тротуары. Получится ли исправить ирригационную систему на проспекте Таукихана после благоустройства? Вопрос, который общественники задают Акима города в надежде быть услышанным.